Здравствуйте, дорогие друзья! И сегодня я хочу похвастаться вот такой замечательной девочкой, вернее, куколкой, балериной. Выполнена она полностью без применения каких-либо молдов, ручная лепка везде. Для тех, кто, возможно, попал на наш канал впервые, я хочу сказать о том, что есть как бесплатные, так и платные уроки. Платные уроки проходят в закрытом режиме, но все они продаются, и вы их, конечно же, можете приобрести. Для этого вам достаточно написать мне в любую соцсеть под видео, после чего вы получите реквизиты для оплаты. После оплаты вы получаете ссылочку на урок. Все ссылки у нас постоянные, поэтому не нужно переживать, что через какое-то время ваша ссылка будет неактивной. Нет, вы платите один раз и пользуетесь уроком столько, сколько это вам необходимо. Еще раз покручу куколку. Вот такая она замечательная, красивая. Я, конечно, буду надеяться, что данный урок вам понравится и вы поставите ему свои лайки. Также, конечно, буду ждать ваших комментариев. Ну и, как всегда, если вы были со мной впервые, значит, обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не упустить новых видео. На сегодня все. Всем пока-пока.